Доброго времени суток, любителям ножей и ножевой тематики. Приветствую всех, кто смотрит это видео. Небольшой обзорчик на реплику Gerber китайских производителей. Фикс. Вот такой вот. Понравился мне ножик. Хороший такой. Очень, скажем так, ухватистый, прикольный ломик такой. Так, ТТХ в конце видео будет полный, сведение, все дела. Скажу только, обух 4 миллиметра, длина режущей кромки 90 и общая длина клиночка где-то 215 миллиметров. Рукоятка такая прорезиненная, крепится на двух винтиках. Винтики можно снять, в принципе, рукояточку сделать под себя, но как бы я вот под свою руку, мне очень удобно. Хорошо держать клиночек, удобно благодаря таким вот насечечкам, палец не скользит, работать, что-то силовое делать. Сведен он немножко толстовато, конечно, где-то в районе миллиметра. Но неплохой такой ломик. Такие к нему ножны. Моделька 2247-176. Не знаю, тут видно будет. Так он как-то у китайца обзывается. Ножны, конечно, простенькие, не очень как бы хорошие. Вот, но нож понравился. Отверстие под темлячок. Обух четверочка в самом толстом месте. Вот такой вот. Такой вот ломик. Как бы для похода, для таких вот силовых работ подойдет. У руки не скользит. Хорошо сделан. Под пальцы выборочки. Очень даже неплохой ножик. Мне понравился. Спасибо всем, кто смотрел. Счастливо. Хороших покупок.